Я в Господа не верую, но так, на всякий случай, навел, конечно, справки, откуда, как и что. Оказывается, он всеведущий, поскольку вездесущий и всемогущий, даже то, чего никто. А я-то думал, я один такой. Выходит, у меня есть конкурент, а это значит под вопросом мой авторитет, процент и дивиденд. Я брякнул Серафиму, тот звякнул Херувиму, и есть у меня знакомые среди высоких сфер, и вот вблизи Эдема не местность, а поэма. Господь ко мне явился, я говорю: «Sit down, сэр». А сам гляжу, ведь был один такой. Вот только я фамилию забыл, не то Лев Швейцар, не то Альберт Толстой. По дефициту он не проходил. «Ну, здравствуй, — говорит Федор, — гляжу, ты духом бодр. Да грех, — говорю, — жалится, ведь у меня есть все. И тело в полном здравии, и в голове сознание, причем оно все время определяет бытие. Ну как же, говорит, все есть, а где же стыд да совесть?» Я думаю, он шутит, нет, смотрит не шутя. «Да вы, — говорю, — сами гляньте, во всеобщем прейскуранте не значатся, о Господи, такие запчастя. Штанишечки, пожалуйста, покрышечки, пожалуйста, но чтобы стыд да совесть, то уж чего-чего, а этого не просят, видать, давно не носят, а раз чего не носят, значит, можно без того. Ну как же, — говорит Федор, — а душа, мой негасимый свет, бесценный дар? Душа, — говорю, — о Господи, грешна, душонка, прямо скажем, не товар. И дерзок, и некроток я, и обижал сироток я, и походя, и нехотя гасил негасимый свет. Но, Господи, что ж поделаешь, во что ж тут поверуешь, когда кругом материя, а вас, извиняюсь, нет? А он на меня глядит во все глаза, глядит, ни слова больше не изрек, и только вижу, катится слеза. Я подобрал и спрятал в пузырек. И вот я снова в родном лесу. Ко мне, ребята, ко мне, друзья, кто больше даст за чистую слезу, которую Бог пролил за меня?